ребята, с вами Валери. Сегодня я снимаю новое видео Back to School. Так как у многих сейчас встреча с учителями, я решила этот момент сделать немножечко праздничнее. Сейчас все снимают все-таки Back to School. Вот и я решила попробовать. Итак, начнем. Первый товар, который я вам покажу, это вот такой вот яркий блокнотик с кошечками. Вот такой вот он. Сзади кошечки обычные, а тут они очень-очень яркие. Правда, я не знаю, как правильно держать, вот так вот или вот так вот. Но следующий товар, который я вам покажу, это вот такие вот восковые мелки. Наверное, кто не знает, это такие восковые, как мелки, но восковые. Вот, в наборе было 18 штук. Один пришел при перевозке немножечко сломанным, но я его уже починила. Кстати, тут цвета кажутся бледными. Это, например, я взяла ярко-оранжевый, а передает на камере как ярко-желтый. А вот ярко-желтый передает нормально. Следующий товар! Следующий товар настолько яркий и красивый, что я не могла его не купить. Это огромный набор блесток. Мне они очень нравятся, и так сейчас покажу. Красный. Так, что там дальше? Оранжевый. Желтый, зеленый, голубой, фиолетовый и розовый. Но следующий товар, он тоже очень яркий и праздничный. Это вот такой вот набор звездочек и еще две упаковки. Башню сейчас попробуем сделать. А, меня не видно. Раз, два, три, четыре. Сейчас откроем голубенькие. Я вам покажу, что это вообще. Вот так вот они выглядят. Это вот такие вот звездочки украшения. Также в набор еще входили в подарок сердечки. Сейчас покажу. Вот такие вот они яркие. Правда, они не однотонные, как звездочки. А вот такие вот яркие и красивые. Ну а следующий товар очень блестящий. Но мне главное еще его найти в коробке. Он завалялся немного. Так. Вот. Все пятеро. Покажу сначала яркий цвет. Яркий цвет. Такой вот. Красно-оранжевый. Вам на камере видно, что это оранжевый, но это не оранжевый. Это красный. Следующие цвета более холодные оттенки. Однотонный зеленый. Потом фиолетовый в горошек. И с цветочками. Вот такой вот скотч фиолетово-серебряный. И вот такой вот со снежинками. Вот. Следующий товар я купила не для школы, а просто для души. Потому что он очень яркий, и я не могла его не купить. Это вот такие вот наклеечки. Целые две пачки. Это вот такие вот яркие наклеечки. А, я неправильно держу. Вот они. Вот они. И еще набор бантиков. Набор наклеечек бантиков. Давайте я вам покажу, чтобы вам было виднее. Вот так. Они немного рассыпались, как вы видите, тоже при транспортировке. Ну а следующий товар, самый строгий, это обычный лайнер. Вот такой вот розовый, красивый лайнер. Ну а с вами была Валери и тема Back to School. Все, всем пока и до следующего видео.